Друзья, приветствую! С вами Алексей Азаров, канал Позитива и Добра. Мы сегодня с вами находимся на первой береговой линии в Болье-сюр-Мер. Будем смотреть виллу 600 метров квадратных со своим выходом на пляж. Супер! Погнали! Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, вот с этого.
Здесь 1300 метров квадратных земельный участок. Зона отдыха, два лифта установлено. Сейчас все посмотрим потихоньку. Это лифт, ведущий сразу к дороге. Дорогу в доме вообще не слышно, супер. Барбекюшница. Большой гараж на 8 машин. Два бассейна. Один бассейн наружный и один бассейн внутри. Жасмин, джасумино по-итальянски. Запах стоит невероятный. Здесь въезд в гараж. Автоматические ворота. Эта вилла сдается в аренду круглый год. Июнь, июль, август помесячно. Другие месяцы по договоренности. Я имею в виду, можно понедельно сдавать. Просто сказка какая-то. Только закончили ремонт, установили новую систему кондиционирования.
наш новый друг. Очень просторный зал с выходом в сад, к бассейну, на террасу. Здесь 6 спальных комнат, 6 ванных комнат. Второй лифт. Здравствуйте. Здесь офис. Вся мебель сделана под заказ из дерева. Так, здесь выход в гараж, к бассейну. Сейчас. Просторная кухня. Замигали видео домофон. Терраса. Очень нравятся всегда большие панорамные окна. Просторная спальная комната. С видом на море.
Здесь также выход на террасу. Здесь кладовочка. Ванная комната. С душевой кабиной. Здесь еще одна ванная комната с ванной. Ага, мы здесь уже были. Здесь гардеробная. Еще одна спальная комната. С выходом на террасу. Ванная комната. Здесь кладовочки. Идут 4 кладовочки. Здесь гардеробная. Всего на вилле 4 этажа. Спальная комната. Здесь у вас идет лесенка, и вы можете выйти сюда на террасу. Туалет. Туалет. Здесь туалет, там душевая кабина.
Еще одна зона отдыха, спортивный зал, зал тоже для отдыха, телевизор. Если на улице непогода, можно отдохнуть и дома. Что касается безопасности, сейчас покажу. Здесь все железобетон, железные ставни. Сейчас покажу. То есть днем все это открывается. Видите, это дверь. Ну, то есть окна. И потом, например, на ночь это все закрывается. То есть с пляжа домой никто не проникнет. Все вот так вот на замок закрылось. Здесь хамам и душевая. Сауной. Выход непосредственно на пляж. Вот так вот, видите, закрывается все. Здесь все закрывается. Даже если кто-то сюда проникнет. То есть до виллы. Вилла очень продуманно сделана. Далее у нас ванная комната. Спальная комната. Даже здесь закрывается все. Видите? Еще одна спальная комната. Дом достаточно большой для большой и дружной семьи. Ванная комната. Все чисто и аккуратно. В каждой комнате есть сейф. Это встроенные шкафы везде. Такие вот, их не видно, красиво сделали, везде встроенные шкафы есть. Пойдемте еще раз выйдем на улицу, на пляж. Далее у нас еще один этаж. Здесь постирочная.
И вот здесь вот такой большой просторный гараж. Сюда машина заезжает, на этот круг встает колесами, он крутится в ту или иную сторону, куда вам необходимо поставить машину. Здесь две, здесь, в общем-то, итого 8 машин можно поставить. На вилле есть помощники, которые будут всегда поддерживать чистоту, готовить, помогать в каких-то вопросах. Здесь все это уже есть. Оплачивается отдельно. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылочке, которая будет в описании. Всего хорошего, прекрасного дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Чао!